Пятилетняя Нелли нуждается в помощи неравнодушных красноярцев. Девочка страдает болезнью Коксавара. Это врожденная патология, которая поражает тазобедренные кости и суставы. Одна нога у Нелли короче другой на 10 сантиметров. В Красноярске предоставить лечение девочки не могут, поэтому 1 сентября юная красноярка уже не первый раз улетела на оперативное лечение в Курган. Сама операция для Нелли бесплатна, однако за проживание в клинике семье приходится платить. И если раньше до коронавируса оплачивать нужно было только содержание девочки, то теперь оплата обязательна и за сопровождающего. Обычно только за ребенка оплачивали палату, а ну, сопровождающие уходили-приходили. А сейчас ну, как бы с клиники не выпускают. Вот. И получается так, что свободных мест ну, в палате нет. Вот. И поэтому мы заехали в платную палату на 2 месяца. Потом пойдем в общую палату. Тут лежат все не по 10 дней, а все лежат минимум от 2 месяцев по более. Вот. И как только освобождаются места, ну, то есть как бы переводят, то мы не одни единственные такие, кто сейчас лежит в таких. За сутки нахождения в палате нужно платить порядка 2000 рублей. У Ольги с собой только 65 тысяч. Лечение продлится до декабря. Имеющихся денег не хватит, а когда Нелли смогут перевести в общую палату, Ольга не знает. Чтобы помочь Нелли пройти полное лечение, можно отправить любую сумму на карту, реквизиты которой указаны на экране.